Привет! Когда мы говорим про мембранную одежду, у многих возникают ассоциации с изделиями, к которым требуется трепетное или даже нежное отношение. Сегодняшний наш герой – куртка Шторм не из их числа. Это полноценный мембранный хардшелл повышенной прочности, который может использоваться и для активного отдыха, и в среде вооруженных профессионалов, там, где есть высокие требования к износостойкости и прочности материалов. Куртка имеет прямой и свободный крой. Кроме того, рукав-реглан позволяет носить рюкзак без всякого дискомфорта, поскольку плечевой шов отсутствует. Изделие собрано при помощи прочной нейлоновой нити, которую также используют при изготовлении снаряжения. В максимально нагруженных местах есть специальные закрепки. Основная ткань плотностью 189 грамм на метр нейлон. В местах максимально нагруженных и подверженных истиранию плотность ткани 322 грамма на метр. Это нейлон Кордура 500D. Все молнии куртки имеют влагозащитное исполнение и сделаны с крупным зубцом. Центральная молния имеет ветрозащитную подпланку, и в нижней части есть специальная кнопка, которая снимает нагрузку с молнии. У куртки 4 кармана, 2 нижних кармана, которые, как я и сказал, подняты выше линии пояса для ношения рюкзака. У куртки 2 нарукавных кармана. На рукавах есть специальные платформы для крепления нашивок. Внутренний карман имеет вертикальный вход на молнии с сетчатой подкладкой. Высокий воротник переходит в капюшон. У капюшона есть жесткий козырек. Кроме того, здесь есть две классических регулировки. Регулировка по овалу лица и по глубине. Объем рукава регулируется при помощи пад с липучками велкро. Под мышками есть молнии, при помощи которых можно регулировать вентиляцию куртки. Подводя итог, можно сказать, что в этой куртке сделано все для того, чтобы она прослужила вам долгие годы. Спасибо вам за просмотр. Оставляйте свои комментарии и отзывы на странице изделия на сайте компании «Сплав».